привет всем. А теперь баланда. Аминь. Наконец-то волосы. Волосы сняла, обрезали каре мне, покрасилась с черного в белый. Светлые волосы, видно. Смена имиджа. Да. Сейчас, подождите. Я. Да, в общем, вы же помните все, у меня были нарощенные, темные. Поела? Поела. Ну, еще хочу идти. И я, в общем, сняла волосы. Поела? Сняла волосы и... В общем, что ты хочешь? Водички хочешь? Колу нельзя? Что реально? Здравствуй, хорошенькая. Тебе классно. Спасибо. Сейчас, подожди. Так, Алиса, давай. Ага, тут нет водички. Иди сюда. Что-то я тебя не вижу. Тут я. Тебе классно. Пей, не бойся. Чуть-чуть только. Молоко будешь? Да. Молоко будешь? Да. Да? Ой, вот, в общем, да. Я что-то так обрезала каре. И думаю, пошло все в жопу. Хочу блонду. Ну, правда, видите, нужно еще красить, тренироваться. Но протренируюсь, и будет вообще белое-белое, как раньше. Ну, то опять ваша Леночка блонда. Я буду наращивать. Я. А это бабушка. Давай, вот она. А это... Алиса, молоко пить будешь? Да. Да. Мы ушли, нас оставили. Так, не отключайте, сейчас я подойду. Так, Алиса, сейчас я тебе нужно ее закрыть. У бабушки на молоко. Так, да, буду наращивать, да, длинное. Не, ну сейчас пока похоже так, мне надо еще досветлиться до конца, что я не... Как там? Ни туда, ни сюда. Я сегодня готовила рис с мясом в сковородке. Вареный. Без соли, без ничего. Очень вкусно вышло. Блин, мне так еще непривычно. Вообще, привет. Ну, не. Чего не решила? Вообще. Что означает «омайгад»? Да, блонд – это мой цвет. Я вообще реально. Все, молоко разогрелось. На. Иди пей. Иди молоко пей. Иди сюда. Иди. Давай. Вернись на дом 2. Ой, да что там делать? Ты держишь кружку, Алис? А у Анжелы. Да, там же Денис долбанут. Не знаю, мне завтра на работу. В воскресенье у меня выходной, буду что-то решать. Потому что волосы. Это нормально. Ну, но все равно, когда наращиваются, они же отяголяются, не видно. А тебе твой сорока. Ты желтая.
Любимые мои дорогие, вы думаете, что с черного самой за 2 часа так легко блонд вывести? Я буду еще краситься. Все, на еще. Я буду краситься еще просто в один день. 3 покраски, это нереально. И обратно в темный. Блять, вот честно, я уже когда-то наслушалась, когда Идиотина покрасилась черный, потом послушала, покрасилась, блять, омбре. И спасибо. Желтый цвет. Потому что он желтый. Потому что я объяснила. 2 часа назад я была черная. Реально, 2 часа назад я сама вывелась. Он говорит, ты зайди в прямой эфир на хлеба, сам какую-то хуйню напишут и все, заебали. Эти, блядь, так лучше, так, так нет. Мне нравится. Я блонд с черного цвета, блядь, это нереально добиться идеально белый. А извините, у меня в кармане 10 штук нету. Спасибо. Все, Лиса, купила? Ой, а ты, блядь, пиздец. Тебе так лучше. Я знаю, что это мой цвет. Это, во-первых... Блядь, если ты работаешь, уже забыла, что такое пятница. Не, просто я знаю, что я еще осветлюсь раз. И наращу белые волосы, длинные, и все. И все будет круто. Надо бы обосрать. Такое. Не знаю, но я... У меня такое чувство, что в тех волосах, которые у меня были нарощены, была хуёвая энергетика. Здорово. Как ты там? Я, кстати, сейчас на борщаге. Все поживу. На, счастливо. Как настроение? Да нормально. Вот. Целый день генеральной уборкой занималась. Брат попросил. Потом... Сняла нарощенные волосы, потом сидела, думаю, пошло все нахер, хочу блондинку. Купила краску. Перекрасилась в блонду. Ну что, я хожу, не могу к себе привыкнуть. Мне вроде нравится, но с другой стороны. Не знаю. Ну точно, мне так, на лицо, мне кажется, получше. Ну типа помоложе выгляжу. Чем брюнетчик. Наращивать я так хорошо. Ой, я не могу без длинных волос. Мне очень для меня длинные волосы, это все. Что я? Ладно. Ладно, это пиздец. Просто 7 или 8 часов снимаю волосы. А мои... Я не знаю, там пакет, наверное, только моих волос. Я просто обрезала коре, думаю, пошло все нахер, пойду покрашусь блонда. Купила блондик, купила еще одну краску. И типа, будем, ну типа они все равно. Волосы желтые, иди нахуй. Купила одну краску, а вторую, думаю, третью, не, пускай. Сегодня, ну, завтра. И послезавтра уже в платиновую покрашусь и наращу. Да, блонд. Это моя. Блядь, ладно, я так хочу гулять. Мне звонит тёлка и говорит, что у меня завтра смена. Пиздец. Поехали с Анарилла. Что ты такое с Анарилла? Ты ж хотела тебе позвонить, написать, куда-то вылезть. Мой целый день... Убирала квартиру, готовила кушать и сидела с ребенком. Боже, ребята, я так хотела семью и детей, я понимаю, что еще не... Я на работу завтра на 11. Я бы сейчас сама куда-то вылезла, у меня уже просто в печенках сидит. Это квартира и работа. Бля, ребят, советую всем. Очень вкусно вышло. Нет, я не... Ладно, у кого они есть? Давайте все напишут, у кого есть деньги, у кого нет.
Да. Алиса, у тебя тоже нету денег? Ну, племянница, нету денег, а я нормально живу. Короче. У меня Светлана Альца увидела. А, меня, короче, прокидали ребятам с квартирой. А хочешь, я покажу свою племянницу? Скажи всем. Привет. 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 Скажи, чудище. Вот этот человечек маленький. Лисиночка. Лисиночка. По утрам мне говорит, чудище, доброе утро, чудище, спокойной ночи. Лиса. Скажи там всем. Да? А что ты улыбаешься? Скажи. Привет всем! С вами Алиса, мини-блогер. Я иногда достаю всех. Ну, ничего, такое бывает. А что ты молчишь? Скажи, чудище! Давай, Алиса, скажи, чудище! Чудище! Кто чудище? Покажи пальцы. Вот она. Ты нормальная, Алиса? Чудище. Вот она. Лиза, я тетя Леночка. Они что, они чудища? Алена. Алена, да. Я Алена. Конечно. Алена, покажи чудище. Меня так брат называет женой чудище. Это очень смешно. Короче. А что... Мне так нормально, да? Не, ну я еще понятно покрашусь, еще он светлей. И наращу. Блин, так я не могу, я вам серьезно настолько к черному привыкла, мне так непривычно блондой быть, это жесть. Ну я привыкну, наверное. Зато все так хотели моего возвращения. Да? Алис. Привет, Ами. Ой, блин, у нас тут так красиво. Алис. Красиво. Что, у меня ноги трошки? Красиво. Алиса, давай. Давай, сейчас. Алиса, я поела. Алиса, покажи, где чудище. Вон она. Где она? Там, в экране? Да, там Алиса. Алиса. А с белыми всегда должна начаться белая полоса. Да, белый домик. Белый домик? Да, белый. Не наращивай. Мне надо идти, надо курсы открывать. Якщо у тебе... Мінімально грошей в кошельку, але ти хочеш змінити ти імідж, то дзвони Оленці, вона тобі нарішає. Що і як? Короче, і що, охуєть охуєно? Не, ну, вивестись, звісно, але все, піздець, добре, бені. Ну, не знаю, у меня же прямо как-то настроение другое. Да, мне крайне. Ну, ладно, спасибо. Что темное, что светлое. Не знаю. Да, у меня новая прическа. Сняла волосы нарощенные, обрезала каре и покрасилась в светлое. Не выдержала я черного цвета. Мне показалось, что черный цвет. Кстати, сейчас такая прическа, цвет, как у Майи Донцовой. Когда-то помните, кто там смотрел Дом 2? Был. Я танцую одна. Ту-ту-ту. У меня кора шла в любом цвете. Да, кстати, у меня ее коричневая была. Не знаю, короче, такое. Такие вот дела. Ладно, ребят, буду отключаться я. Я светлая. Я уже сама по себе такой светленький человек. И я привыкла быть блондой с 13 лет. И я знаете, за что задумалась? Я как покрасилась черной. Алиса, что ты делаешь? То у меня все как-то черное это. Не знаю. Теперь я посылаю волну. У меня было все хорошо. И у вас тоже. Чтобы я тебя только радовала вас. Потому что действительно, не знаю, я лучше на родине наращу, ну типа,
с хатой разберусь. У меня чудо-ура. Выселяют. В чём? А я не помню, меня же там африканцев или кто-то отдали волосы. Я их покрасила. Как-то так необычно. Блондинка, я не то, что лучше жилось, я жила как бог. У меня были... все было. Что мужчины любят блондинок, я вам так скажу. Ну, не знаю, еще наращиваюсь. Просто у меня персик. Я не знаю, я себя просто... Ну, еще, конечно, не привыкла, но я себя чувствую. С этим цветом намного лучше. Вот-вот. Таня была просто дорогое удовольствие. Короче, братцы мы ушли. И все. И сиди с ребенком, Леня. Вот как так? Я танцую одна. Так не же у кого Сана звонила. Та удовольствие дорогое. Короче, все, мои дорогие, пока. Блин, я реально мне так идет. Что там где-то было? Все, всем. Да? Блин, Жень, правда классно? Брать. Да, Женя, короче, сама вообще 8 часов распутала эти капсулы, снимала. Сама покрасилась, короче, каре обрезала. Я, короче, блядь, мастер на все руки, чтобы вы понимали. Так что, не знаю, я еще, короче, хочу Жень нарастить, ну, попозже. И все, я буду как раньше. Блондой. А так вот, в общем. Ну, еще надо краситься, потому что видишь за два раза. Да то я теперь знаю, как за 30 дней стать с черного в белый. Уровень боженька. Ой, очень красиво. На улицу выходила, мне так стало комплиментов. Так, ладно, короче, мои любимые, это мне надо решить, что там у меня с работой. Гулять, уже поздно, спать пора. Так, все. Всем пока. Блин, порадуйтесь за меня. Не знаю, мне даже как-то в душе стало, знаете. То я такой депрессивный была, а это мне прямо аж в душе стало. Брови тоже просто покрасила краску. Как-то типа хорошо. Светло, хорошо. И хочется опять быть такой белой, воздушной и непринужденной. Леночек. Так что вот такие вот дела. Помолодел? Серьезно? Нет, танцы. Ну все, все. Дом 2. Не зовут пидорас. Хоть мне бы сейчас дом 2 просто бы очень помог бы. Спас бы мне всю ситуацию жизненную. Так что надо ногти сделать и все. И будет просто Ленчик пирсик. Ладно, все, я вам еще потом, может, выложу фоточку или какую-то видяшку. Все, пошла. Ребенка спать уложу. Боже, я брата пожила. Семейная жизнь, это, конечно, прикольно, но это очень тяжело. Это реально тяжело. Вообще, я мамочек, которые там мамочки, жены. Вы большие молодцы. Так что вот такое. Все, всем пока.